Всем большой привет! И снова с вами канал Любашины Будни. Сегодня на мукбанх у меня пельмени и вареники. Здесь я уже добавила кусочек сливочного масла. Еще хочу добавить мазику. Я бы, конечно, добавила бы сметанки. Ну, блин, в магазине не была, не купила. Ну, буду есть с майонезом. И имбирь взяла. Чуть мне захотелось имбирюку пожрать. Приятного всем аппетита, кто со мной будет кушать или просто проводить время. Ой, а мне вкусненько пожрать. Так, имбирек. Люблю имбирь. Так, ровненько поставить тарелочку. О, пойдет. Люблю пельмени я с хлебушком. Сейчас я маслице перемешаю, а то неудобно так. Под наклоном тарелка. Боюсь, все пельмеши вывалятся. У нас уже с утра громыхают, убирают. Строители там делают, зачищают. Так, о, пойдет. Я уже с самого утра стирку поставила. О, настирываю. Вареник попался. Погодка класс. Вкуснота, пельмешка по-сибирски. Масло потекло. Завтра, наверное, скорее всего, поедем с ночевкой на дачу опять. Хорошо. Сарай убирают. А, не, гараж. Здесь еще гаражи стоят такие железные, металлические. Так, хочу вареник, вот он. Чувствую, что-то я набухала. Ну, наверное, я все не съем, не осилю. Тем более с хлебом ем-то.
Ой. Вкуснотища. Ой, как вкусненько. Лепота. Еще, наверное, один и хватит. Попозже доем, а то будет перебор. Лопну, боюсь. Пельмешка мне как раз попалась. А не, вареник. Хватит хорошего понемножку. Попозже доем. Спасибо всем, друзья, кто на меня подписался, кто меня комментирует, ставит лайки. Огромное вам спасибо. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать. Приходите, подписывайтесь на YouTube, на Дзен. Комментируйте, не стесняйтесь. Ну и, конечно же, ставьте лайки, не жалейте. Мне будет очень приятно. Всем хорошего настроения. Самое главное, мирного неба над головой. Всех люблю, целую, крепко обнимаю. До новых встреч!